Совместно с Министерством просвещения, Агентством стратегических инициатив «Единая Россия» запустила акцию «Помоги учиться дома». В рамках нее депутаты Законодательного собрания и Городского совета привезли новые планшетные компьютеры для детей из нуждающихся и многодетных семей. Именно тем, кто сейчас из-за пандемии коронавируса должен оставаться дома и не может посещать школу. Поэтому для удаленной учебы им нужны современные средства связи. Наша помощь адресная для того, чтобы мы их определили круг семей, приобрели планшетники и вручаем сейчас. Считаем, что это правильно и нужно делать, помочь семьям нашим красноярским. Планшеты вручают школьникам, узнают, как учатся и какие предметы нравятся больше всего. Новые гаджеты детям очень понравились. Причем купили их депутаты за свой счет. Какой любимый предмет? Математика. Молодец, а у тебя? Она в первый класс только пойдет. Как тебе планшет? Классный. Эта акция, она очень на сегодняшний день востребована, потому что в это время пандемии, связанной с коронавирусной инфекцией, все оказались дома на самоизоляции. Новые планшеты получили 16 нуждающихся семей Ленинского района. И сейчас все больше депутатов подключаются к акции, чтобы этот период прошел с наименьшими потерями для образовательной программы. Вячеслав Власенко, Андрей Панкрац, Енисей, Новости.